Вовка, пятница, самый центр города, чудесная погода. И как мы видим, этот оперный театр наш, и как мы видим, абсолютно пустой город. Пробок нет, потому что и машины не особенно, транспорт полупустой, и людей на улицах практически нет. Самое главное, конечно, да, вот, эти работают. Да, все закрыто, но торговать алкоголем, конечно, это святое.